Из вас многие поющие. Когда мы сейчас молитву «Отче наш» с вами пропоем. Настя придет. Сейчас еще кто-то еще не пришел. Да. С первым совпали. Главное. Но мы знаменем не будем петь сейчас перед едой. Вот, если что, в другой раз. У нас не часто бывает, что мы так приезжаем куда-то. Начинаем вместе петь. Мы на один мотив. Ну да. Она как и диалекты везде разные, так вот и церковные песнопения. Я был маленький, помню, хоккеем тоже увлекался. Челябинский трактор. Вы самому селяете, да? Ну, вообще, между прочим, очень много связывают. Челябинский тракторный завод, я думаю, что это было и в те годы, и сейчас. Так что еще и творческая дружба у нас такая. Ну, помолимся. Давайте, начинайте вы, а мы... Пусть наши жизни на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христе Боже, благослови гостей, питье, рабом Твоим, яко святости всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Ну, присаживайтесь, пожалуйста. Так. Думайте, это детское шампанское, то есть сок. Давайте. Это детское шампанское, это не спиртное. Это... Малярия. Не сомневайтесь. Да. Потому что есть еще коробочки. Сколько? Давай ну, как бы вот эти праздник. Откройте, Алика. А он легко открывается, там просто откручивается. Но для оформления праздника. С наступающим праздником Сретения Господня, чтобы у каждого в жизни произошла встреча с Господом. Вот, наверное, так. Кстати, я вспоминаю, когда мы ездили вот как раз с театром «Благодатное небо», вот Елена Александровна, с которой вы уже знакомы, да? Ездили, мне поручили сопровождать фестиваль в Петербург. И вот тоже работа с утра до вечера. Там, ну, фестиваль, смотришь, выступаешь, с утра до вечера, экскурсия по городу. И тоже сил уже никаких не было, думаешь, ну когда вот уже закончится фестиваль уже. Вот, зато потом когда приехал, и уже даже с самой дороги обратно, понимаешь. Именно для вас, видимо, Господь отправил. Примите, пожалуйста. Принимаю и с радостью принимаю. Спасибо, Господи. Семен Лихотурский нас вдохновляет, сопровождает. Ну, здесь у меня газету передали уже официальные ведомости наши. Посмотрите, как у нас в Челябинской епархии жизнь течет, протекает. Хорошо, чем-то будет. Может быть, чего-то и к себе возьмем. Челябинская и Златоустовская. Так, с пылу, с жару, с майонезом. Ничего, у меня тоже. Так, где
Здесь все, да? Сейчас, сейчас она ей давала, она всегда передает. Ну, сколько еще это первое? Одно, да? Вот. Вам. Зайду сюда, у вас есть? Вам, если возможно, передать. Да. Вот. Вам, ребята. Можно туда вот передавать, наверное. Ну и в одну трубочку в общую потом свернет, я думаю, чтобы не помялось. Это просто так. И даже хватило всем, да? Присаживайтесь, пожалуйста. Я просто, чтобы не попала в камеру. Ничего страшного, мы вас тоже рады. Ребят, давайте все внутрь. И вот, что еще более, наверное, ценное. Вот, рукой Иоанна Кронштадтского написано о своей духовной дочери, писал: «Благословляю тебя именем Господним, протоиерей Иоанн Сергиев». И вот пусть вот эта вот маленькая открыточка, вот, рукой батюшки Иоанна написана, будет вашим личным благословением. На этот ряд 4 штучки передам. На этот ряд 4 штучки. Батюшка, можно у нас еще... 5, 4. Батюшка, можно еще? У нас 4 человека, которые не смогли поехать на протоиерей, которые тут члены коллектива, на конечно, них дать. Конечно. И надо будет еще эти потом. Пожалуйста. Календарь конечно, дать. Вот тоже передать его на этих. И вам передайте, каждому получится. Башка, календарь еще 4, 4, 4, 4. У меня здесь 2 или сколько, или 3. Один в комнате. Вот. Еще тем, кого с нами сегодня нет. Ну и уж детей без сладостей не оставлять. Вот каждого там 4, здесь 4, здесь 4. Потому что батюшка Иоанн Кронштадтский, он был такой сам по себе при жизни, а мы всего лишь навсего должны быть на него похожи чем-то, особенно тех, кто здесь служит. Так что ничего здесь особенного. Согрелись немножко, да? Да. Спасибо. Да. Ну, сейчас все доедят, да? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
благословен Бог наш, милый, питай нас от своих богатых даров, щедротами своего человеколюбия всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Господи, помяни во царствии Твоем всех милующих и питающих нас, всех принесших, их же ради принесуши. Помяни, Господи, о здравии Марию Евгению, Татьяну, Ольгу, Галину, Марию, Елену, о упокоении Геннадия, Миланию, Николая, Александру, Людмилу, Георгия, Михаила, Анну, Виктора, Михаила, Антонину, Иоанна, Иоанна, Анну, Феодора, Раису, Дионисия, Василия, Александра, Василия, Юрия, Марию, Анастасию, Александра, Михаила, Сергия, Галину, Людмилу, Евгения, Олега, Анну, Стефана, Гриппину, Марию, новоприставленную Иоанна, новоприставленного. Прими, Господи, все их ради принесшееся, и нам все сие да послужит во здравие. Души телес наших и нет приложений грехов. Аминь. Ну, всем на здоровье и, конечно, самое главное, на благополучное возвращение домой. А что это? Мой Бог, я так снимаю. Красиво. Можно я вас сниму? Да не, мне не надо. Потом как-нибудь. Просто мы немножечко даже в таком шоке, потому что батюшка в такой степени удивительный и светлый. Ну, слава Богу. Да, такое редкое вот у него. Ребят, вы не уходите? Кирилл, давайте мы будем выходить на улицу. На нашей. Она настроена. Давай. Там сейчас есть туалет, ну половина. Пошли на улицу, а половина там туалет. Знаешь, может, не так поем? Вы держать не скользко, неудобно на себе. Мы так хорошо поем. Я играла с Лидой один раз. Я один раз ее слезала. Я не помню. Эту страшную войну именно здесь. Крутые повороты произошли у нас здесь, на нашем Мамаевом кургане. Именно пределы границы ТОСа. Это необычайно трогательно с ними общаться и получать исторические события самих жителей, свидетелей этой страшной войны. Лиза, как она расстроилась? Сильный другой. Где улыбаются? Не улыбаются. Не улыбаются. Я просто две ёлочки не улыбаются. Ну, можно маленькую вам? Мне нужны. Фототься на фоне храма, там зайти на этот храм. А, мы же фотографируем внутри. Не, на фоне, там крест, где который епископ Герман еще освещал. Так, ребята, время. Мы батюшку задерживаем. Встали в линию. На концовку. Большая земля. Быстро, ребята, встали. Ребят, готовы? Мы наоборот не тоже может встаем. Да. Потому что. Нет, нет, наоборот. Так, ребята, слушаем быстрее меня. Встали. Так, мы спиной к храму не можем, да, стоять? Да как встанет, так встанет. Ребята, встали лицом ко мне. На концовку, на финал. Гитары спустили. Убрали. До этого еще 50 минут. Поэтому только концовочку. Так, пожалуйста, соберитесь с немца. Немца? С немца до конца, до жизни и так далее. Все, ребята, пожалуйста. Вася.
Это мини. Лошадей съели. Осталась только породистая генеральская буланка, до которой ни руками, ни зубами не дотянешься. Неужели генерал всерьез надеется утратить возмездие на этой полудохлой кляче? Наши солдаты теперь больше похожи на смертников. Они задерганно мечутся в поисках хоть какой-нибудь жратвы. А от снарядов больше никто не убегает. Нет сил идти, нагибаться, прятаться. Проклятие войне! Проклятие! Удивительно солнечный день. Постоянно летают русские самолеты и методично перепахивают землю. В 12 часов дня Геринг утешающе говорит по радио, что мы не отступим. В 16 часов то же самое говорит Геббельс. А мне опять становится дурно. Никто из нас не помнит войны, которая бы проходила с такой ожесточенностью. Вот Волга, а вот победа. Со своей семьей я, пожалуй, увижусь только на том свете. Фельдмаршал фон Паулюс в своем обращении, а может быть и завещании, припоручил наше будущее Богу. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Господи, почему оставил ты меня? Ich schreie, aber mein Hilfe ist fern. Я взываю к тебе, но ты не слышишь меня. Mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Боже мой, Господи, что я сделал не так? Кровью героев, кровью друзей, здесь щедро полито каждая пять. Простите, родные, если мы будем по безымянным могилам ступать. Помните, нам опалило глаза дыхание черной пурги. Надменной тучей пошли на нас безжалостные враги. И клятву тогда Сталинград произнес, встречая военные дни. И стали бронзовыми слова, так сказаны были они. Мы здесь, в Сталинграде, клянемся стоять. Мы в эти камни вросли, клянемся насмерть стоять. Для нас за Волгой нету земли. Границы клятвы были крепки, вмещая город сполна. Восточной границей была река, западной — мировая война. Острое лезвие черной войны лезло сквозь души и сквозь сердца. Не было жалости в этой войне, не было этой войне конца. Планета вздрагивала от пуль, планета была войною больна. Война проходила по сердцу мира, за сердцем мира велась война. О, мама, в атаку пошли полки живых и мертвых твоих сыновей. И очень скоро к тебе подполз уже безоружный, плененный зверь. Родина, ты победила в войне! И продолжаешься в сыновьях! Земля Сталинграда, прости нас за то, что тревожим священный прах. Кровью героев, кровью друзей, здесь щедро полито каждая пять. Спите, родные, по этой земле клянемся мы осторожно ступать. Распустится первый весенний цветок.
птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет. И что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнью твоей не обмять. Ты станешь спокойна и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. Молитва святая слезами прольется, Христовой любовью исполнится грусть, и в это мгновенье душа прикоснется к великой силе. Ребята, Витька вернулся! Вернулся! Господи, спаси и помилуй народ наш многострадальный. Разуми и благослови нас, грешных. Не лиши милости Твоей. Храм сзади. Я знаю. Вернуться и поклониться храму. Я думаю, вы сделали большое дело, побывав на этой земле все-таки. Вот. В какой-то степени соприкоснувшись, да? Дай Бог, чтобы вот это было только знакомство, но оно продолжалось. Для чего люди знакомятся? Чтобы молиться друг за друга. Наверное, чтобы не прощаться, а чтобы вот эта связь, знакомство развиваться, развивать. Поэтому мы познакомились. Если воля Божия, будем видеться. А вам, конечно, благополучной дороги, милости, помощи Божией, ангела-хранителя, покрова Божией Матери и молитвенного предстательства святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот. Вы молодцы, вы, ребята, светлые, хорошие, вот такими оставайтесь. Как у Макаревича в песне есть, да? Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. А для этого мы должны быть все-таки стержни, собственно. Нажмите там на кнопку. Сейчас еще. Да, сейчас я тоже. Ну, вы как бы с Еленой Александровной адресочками-то обменялись, контактиками. Ну, у нас с Еленой Александровной одна команда, так что. Спасибо огромное. Ребята, рад был знакомству. И хорошего вам путешествия. Пить чай, смотреть в окошко. И впечатления прокручивать в голове. Они в будущем пригодятся. Спасибо. Храни, Господи, вас, а я поехал в больницу к больному. Дальше. До свидания. Добрый путь. До свидания. Когда священник уезжает, выезжает из прихода, к нему все это самое. Спасибо, что сказали. Кланяться. Вот тут специально ступенечки сделаны. Все это и вот сюда приложится. Thank you.
держу. Молодец. Конечно, конечно. Да, положите вот на приступок и все. Головной упор сними. Вот сюда вот положи, хочешь куда? Сюда, вот сюда ложи, не стесняйся, да. Ну и все. Вау! Этот немец под Сталинградом. На маршрутку сели, на вторую продольно. Ты, наверное, видишь, как хорошо, все в одной маршрутке сели. Сколько минут? Слава Богу. Мы движемся на моих кругах. Thank you.
Коля. Потом будет я работать, где Павел не сидит. Так, Коль, держи. Ничего не забыли там? Все, все друг на друга, посмотрите, все. Ну что? А вы переживали, как мы поедем? Господь все управил. Все, сейчас. Так, сейчас до светофора туда. Да. Там брали? Брали, да. Живым. Там вечно корреспондентом, да? Нет. Ну, как бы, да. Как любитель такой, да? Да. И посылаете, да? Да. Они принимают... Вот великолепные руки стоят там вообще. Правильно, туда вот еще. Вот по 2 метра. Туда еще не все берут. Кстати, отсюда еще в Кремлевский клуб, по-моему, берут все, здесь вот присядут. Как называется? Кремлевский клуб. Здесь вот тоже их там, нашего храма всегда ездит священник. И отбирает, да? Да. Нет, не отбирает, а благословляет. Да. Бери. Серьезно? Все будет пошём куда? Если ты куда? Куда ложить? Положить так просто куда? Меня зовут Половникова Олеся, я из молодежного православного театра «Белая птица». В концерте Сталинграда я играла голос земли, то есть роль матери. Роль очень сложная, я на нее долго настраивалась, и, конечно, приезд в Волгоград мне очень помог. Бывав здесь, я более это почувствовала, потому что там, где мы играли раньше, голоса Сталинграда, то есть в Челябинске, в Курганской области, так у меня не получалось. Почувствовать мне было тяжело очень, потому что я этого всего не видела, хотя с войной, ну, соприкосновения были так, как всегда наши многие участвовали в войне. То есть прабабушка очень много рассказывала, прадед, деды, но все равно вот, ощутить это очень сложно. И побывав на такой великой земле, и это все помогает очень сильно почувствовать. Очень переполняет эмоции, и, честно говоря, что-то сказать, вот сейчас мысли путаются, сказать ничего только не можешь, но эмоции переполняют, и я очень рада, что я здесь побывала на самом деле, потому что я очень держу в памяти свою прабабушку, которая очень много рассказывала о Великой Отечественной войне, которая умерла в 86 лет, которая прошла всю войну от Челябинска до Берлина. И, то есть вот в детстве, наполнено наше было детство вот этими воспоминаниями, рассказами. И я, как сказать,
Для меня эта память очень ценна, и я храню ее в себе, потому что я знаю, что человек, он жив, пока мы его помним. И я ее помню.
бей. На третью. Нет, тьму.